Всем привет, с вами Пол Тим, и в этом видео поговорим о новой онлайн-игре под названием Boom Day. На главном экране вы можете сразу же нажать на кнопку «Битва», и игрушка подыскивает вам оппонента. В игре большая аудитория, поэтому соперник найдется в считанные секунды. Далее вы выходите на игровое поле. Это карточная онлайн-игра. Почему карточная? В самом низу вы видите ваши игровые карты. Вы их можете использовать за топливо, которое добывается по ходу игры, либо если вы убиваете ваших оппонентов, то топливо прибавляется чуть быстрее. Каждую карту вы можете использовать за определенное количество топлива, и чем она дороже стоит, тем этот игрок сильнее. Цель игры – это уничтожить войска и сооружения противника. Внизу находится ваша база, и вы двигаетесь на базу вашего оппонента, по ходу используя все карты, которые у вас есть. Вы должны выиграть, уничтожив абсолютно всех. Вы сможете просматривать вашу боевую колоду карт. Здесь вы можете их удалять, либо наоборот добавлять те, которые вам нужны. Ну и конечно же вы можете их улучшать, чтобы они были более сильными. Также в игре имеются бустеры, чтобы играть было чуть-чуть легче. Ну и конечно же есть разные экспедиции. Выполняя эти задания, вы будете получать призы. Еще вы сможете выбирать разные острова с уникальной механикой под разные стили игры. На каких-то придется сильно защищаться, а на каких-то яростно атаковать. В общем, игрушка Boom Day очень увлекательная, и самое главное, она в онлайне. Вы играете против реальных игроков, и это всегда интересней, чем играть против компьютера. Игра бесплатная, ссылка будет в описании к этому видео, переходите и качайте. Возможно, встретимся с вами на поле битвы. На этом все, с вами был Пол Тим. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео пальцем вверх, не забывайте о яблочках. Пока!